Здравствуйте, зовут меня Димон, ник в игре Афродикинг. И вот такая сегодня новость подошла. Я не знаю даже, как вам начать, что уже Кирсаут-то куда-то катится или уже докатился. Рейтеры, наверное, были правы, но знаете, что случилось? То теперь бои будут проходить в формате 6 на 6 вместо 8. Ну вот, новый формат боев, правда, это на PS и Xbox. Но, смотрите, я даже не верю в это. Может быть, это потому, что у нас уже, смотрите, уже предсказание, Кирсау 13, намек на что-то идет очередной, обновление 13, а также будет вот такое и название «Враг моего врага», о чем-то это разработчики намекают нам. Если уже докатились до той ситуации, что в игре уже так чувствуется, что в игре людей нету. Смотрите, идет стрим, в основном мы вечером стримим на PS-кин, ой, на ПК, народ, мы сидим, бывает по минуте, ждем людей. А здесь что? Наверное, хейтеры, народ были правы, что красауту уже пипец приходит. То есть это, смотрите, 6 на 6, это что такое будет? 2 человека, 4 бота? Ну, типа того, или 3 человека, 3 бота в игре? Я представьте, что на Sony PlayStation уже, на Sony PlayStation уже людей нехватка. А как вы думаете, до нас это дойдет или нет? Я в шоке, народ. И что разработчики мотивируют эти? Такое изменение числа игроков в каждой команде означает, что действие каждый день игрока будет гораздо сильнее влиять на исход. Конечно, будет влиять. Два человека, 4 бота. Ну, такое себе будет игра. Человек вышел и все. Я в шоке, народ. Я в шоке. Я не ожидал, что так быстро Кирсаут катится непонятно куда. Жду ваши комментарии по этому поводу, мои уважаемые подписчики, а также знатоки Кирсаута. Все, Кирсаут, кирдык пришел. И как вы думаете, когда до нас это дойдет? А вот оно сейчас тестирует на PS-ке, на Xbox, значит, уже на днях и к нам вот это может подойти. Все так плачевно в этой игре становится. Ну, нет слов, народ. Ну что, давайте, жду ваши комментарии. Большое спасибо за внимание, спасибо за лайки, за подписку, вы лучше. Вот такая, я не знаю, хорошая или плохая новость, но какой-то намек все-таки идет, к чему-то это уже идет. А также, может быть, что они планируют, что 30 сентября у их мобильной версии игры запускают Кирсаут Мобайл. Можно уже зайти, зарегистрировать, скатать. Ну, не знаю, народ, не знаю, как, к чему это. Что с Кирсаутом? Ну, что тут говорить, народ? Жду ваши комментарии, пожелания. Кто там, пишите смело, что там разработчики. Или это довели до ручки нашу любимую игру и все? Сколько ей уже осталось? Всем большое спасибо за комментарии, спасибо за лайки, отдельно спасибо Кимичку Чики. Встретимся, народ, на стримчике, пообсуждаем эту тему. А что тут, ну, может быть, даже нет слов, да, даже нет слов. 6 на 6, 2 человека, 4 бота, скорее всего, так будет. Или как там, кто уже сегодня играл, напишите. Всем пока-пока.